Всем привет! С вами сегодня снова Анастасия Петрова. И сегодня я хочу рассказать о небольшой, простой волшебной технике из нашего арсенала, которая называется «Письмо Богу». Заключается техника в том, что в какой-то сложной жизненной ситуации вы просто садитесь, берете бумагу, ручку и пишете искренне от всей души то, что наболело, описываете свои сложности, просите о помощи, возможно, благодарите также, в принципе, за какие-то блага в вашей жизни, обращаясь к высшим силам, к Богу, ко Вселенной, кому как больше нравится. Я обычно пишу письмо Богу, и начинаю я его: «Здравствуй, дорогой мой папочка, пишет тебе твоя любимая дочка Настя», и затем описываю вот то, что происходит в моей жизни, и прошу какой-то помощи. И расскажу одну небольшую историю, как она у меня сработала несколько лет назад. Я даже уже не помню конкретно, что у меня там происходило, но помню, что мне как-то колбасило, что-то у меня было и с настроением, и в жизни происходило такое какое-то неприятное, сумбурное. И я в один прекрасный момент села, и все это вылила на бумагу вот с обращением наверх. В общем, папочка, все хорошо, спасибо, но вот то-то, 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 помоги, пожалуйста. И что происходит дальше? В этот же день возникает у меня внутренний импульс открыть книжку по Симаронам, которая называется «Трусы на люстру, деньги в дом». А я уже привыкла доверять своим внутренним импульсам. Я наобум открываю эту книгу и сразу же попадаю на следующее стихотворение. Стихотворение звучало так: «Все изначально в тебе, моя дочь. Сама себе ты сможешь помочь, исполнишь все свои мечты, когда любовью озаришься ты». И подпись там стояла: «Бог». Вы представляете, у меня тут же внутри состояние поменялось, настроение поменялось, внутри возникло такое: «Вау!» Я как будто бы проснулась, да, и действительно обратила взгляд на свое состояние внутрь себя, и очень быстро все поменялось и внутри меня, и в жизни, в обстоятельствах моей жизни. Поэтому рекомендую всем вот такую простую волшебную технику. Обращайтесь наверх, благодарите, получайте помощь и благодарите за нее. Всем спасибо за внимание, всем пока! Всем пока!